Пора начинать взвешивание. Эш, сними трубку! Алло. Где он? Скажи, что я уже еду. Он на велике. Нет, дура, я про вес. Что с весом, Винни? Я еду. Скоро будет. У меня сюрприз для тебя. 53 килограмма, ровно. Да! Завтра тебе конец. Я сломаю тебя полностью. Что-то? Давай, Винни! А, он выиграл! Он его вырубил! Мне сейчас только хлопья к завтраку и Red Bull рекламировать. Дрейк! Мартин Скорсезе представляет. Сегодня вечером пазманский дьявол был доставлен в окружную больницу с переломанной шеей. Если позволите сделать операцию, я гарантирую, вы снова будете ходить. А на ринг я выйду? Винни. Операции не будет. При такой серьезной травме один удар, одно падение. А-а-а! Любое неверное движение, и ваш позвоночник оторвется. Все должно было быть не так. Да, я знаю. Жизнь продолжается. Мир не ограничен рингом. Меня бесит, что со мной говорят так, будто я сдох. Я буду снова драться. Нет, не будешь, Винни. Фильм основан на реальной победе. Винни, нет. Нет. Ты не умеешь сдаваться. Я прекрасно умею сдаваться. Знаешь, что пугает меня? Что это так просто. Брось. Это безумие. Один из лучших фильмов года. Все плохо, Анжела. Сделай что-нибудь. Твою! Я не могу больше смотреть, как ты себя мучаешь. Это не предел. Я способен на большее. Майлз Теллер. А теперь иди и покажи, что ты можешь. Аарон Экхарт. Покажи, как ты живешь. Покажи, как дерешься. Покажи, кто ты. Пазманский дьявол. Кино в 2017 году.